Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак и голубей. Вот у меня тут. Везу сейчас пернатого одного. Будем надеяться, что удастся спасти. Короче, ехал по городу, и какой-то пидор его сбил. Ну, видишь ты, блядь, скорость 40 км в час. Блядь, сейчас птицепад начинается. Ну, ты видишь, птица на дороге, ну, объедь ты ее, притормози. Ну, ничего страшного, блядь, ты не успеешь. Тем более выходной день. Не, нихера, едут, несутся, как твари последние. Я, в общем, ближайшую парковку нашел, остановился, решил проверить. Смотрю, голубь вроде живой. Ну, какую-то травму он получил. В общем, созвонился я с орнитологами, кто занимается именно голубями. И вот сейчас придется мне ехать вот 65 километров в одну сторону только, чтобы отвезти к орнитологу. Знаете, в нашей жизни самое сложное, наверное, делать это правильные поступки. Особенно, когда ты стоишь перед выбором, пойти заработать денег или спасти маленькую душу чью-то. Ну, по сути, это что? Голуби. Все привыкли к ним, птичка какая-то там маленькая. Начинают их называть там бомжами, серыми волками и все остальное. Ну, а по сути, сверху на нас смотрят, мы такие же пернатые. Не в голубом смысле слова. Мы мелкие сошки. И когда, допустим, наше все это эго смотрит вверх, мы все думаем, что мы самые такие большие, на самом деле, блядь, мы вот, блядь, вот такие же маленькие, блядь, создания, если смотреть на нас сверху, у которых есть тоже право на жизнь. И когда стоишь перед выбором, допустим, вот тебе надо сегодня заработать денег, чтобы оплатить счета или кого-то спасти, ты можешь проехать мимо, но потом с этим же жить. И не знаю, как-то я выбрал случай, чтобы попробовать кого-то спасти. А деньги заработаем, что делать. В общем, такая ситуация. Пернатого везу. А держу, чтобы он, ну, ему больно не было, потому что он, когда крыльями начинает махать, явно не от хорошей жизни. Взлететь не может. Видимо, сильный, может сильный удар, может что-то еще. Но сердечко бьется. Да. И глазки еще открывают, смотрят. Да пошел ты нахуй, блядь, мудак ебаный, блядь. В жопу себе посигналь. Прошу прощения за мой французский. Это видео я делаю не для пиара и для типа рейтингов своих. Потому что, насколько вы заметили, я видео давно на YouTube не пилю. Просто хочу вас подтолкнуть, чтобы вы тоже помогали маленьким созданиям. Мир может быть лучше стоит. Так что всем всего хорошего. Это был джедай. Стоп агрессия. Да, это вот на Фейсбуке еще страница живет своей жизнью, так сказать. Но тем не менее, если что, заходите на страницу facebook.lv, Facebook, stopagressia.lv на Фейсбуке. И тоже можете принимать активное участие. Вот такие пироги. Всем здоровья, позитива. Животные не страдали, ну, как и люди.